Всем привет! Сегодня подготовил для вас небольшой ролик на тему, как можно накрутить шаги ВКонтакте. Использовать мы будем только лишь Android-устройство, и этого нам будет достаточно. На вопрос, зачем вообще это делать, у каждого свой ответ. Как бы понятно, что это нечестно и, может быть, даже совсем не нужно делать. Но в целом есть метод, и я его готов показать. Но так, в принципе, кроме как для понта, это делать незачем. Тем не менее, давайте покажу, что можно сделать. Всего лишь несколько простых шагов. Итак, нам понадобится Android-система, Google Play, находим здесь Google Fit и устанавливаем его. После чего открываем приложение, нажимаем здесь «плюс», далее выбираем «добавить активность». Далее здесь нам необходимо заполнить несколько пунктов. Это расстояние и шаги. Если вдруг вы пишете какое-то количество шагов и у вас возникает такое сообщение, недопустимое значение, слишком большое количество шагов, то можно сделать следующее. Указываем время начала чуть раньше, чем стоит. Допустим, вот так. Продолжительность указываем чуть больше, допустим, 2,5 часа. Интенсивность увеличиваем до максимума. У меня 300. И пишем свое значение. Максимум вы можете поставить 80 тысяч шагов. Это допустимое значение, которое контакт пропускает в своем сервисе шаги. То есть это 80 тысяч. Ну и само собой можно указать километры. После чего нажимаем сохранить. И как видите, у нас появилось 86 тысяч шагов. Переходим во ВКонтакте. Обновляемся. И вуаля! Наше значение увеличилось до максимума. Это самый простейший способ накрутки шагов через Android-систему. Через iPhone также есть способ, его вы можете найти в интернете. У меня под рукой только Android, и поэтому я вам показал именно этот пример. Ну, в общем, как-то так. Ну, вообще, жульничать, конечно же, нехорошо. А так дальше думайте сами. Я показал вам лишь способ.